своей реальности. Хао, бледнолицый джин. Вау, муха, что с тобой случилось? Оракул направил меня на тропу игр в торговый храм Тайм. И что же нового в этом храме? Этой ночью, смотря на созвездие Камбалы, я понял, что обладаю магическим даром предсказывания. Так вот, я предсказываю, что следующая игрушка будет иметь колоссальный успех. Называется она Crime Killer, что в переводе «криминальный убийца». Как говорится, ничто не скроется от длинной волосатой искаряемой пальцами руки закона. Действие происходит в 21 веке. В ваших руках сосредоточение власти. Вы милиционер по-английски. А еще в ваших руках руль, а иногда штурвал. Мудрым правительством вам дается задание найти и уничтожить преступников, которых развелось больше, чем тараканов и пауков. Причем тут пауки, спросите вы? Да я и сам не знаю. Но не будем отвлекаться и поговорим о техническом выполнении игры. Заставки длятся сутками и сделаны безупречно. Тоже можно сказать о графике, самом игровом процессе. Машина двигается слажно. Кстати, не от слова лажа. Множество примочек приведут в восторг любого, даже самого искушенного, то есть искушенного пираньями и бешеными бегемотами шофера. Причем тут бегемоты, спросите вы? А не скажу. В общем, крепче за баранку держись, шофер. Круто, муха, особенно про бегемотов. Ну еще бы, ведь это мой самый любимый зверь. А с моим любимым зверем вы познакомитесь в игрушке Slayer. Эта игра порадует любителей магии, страшных подземных чудовищ, которые, если приснятся во сне, то проснешься в холодном поту, если вообще проснешься, а также любителей 3D-акшн. Хотя стены в игре несколько плосковаты и похожи на каменные, если смотреть спереди, и на тоненькую фанерку, если смотреть сбоку, то это все равно не убавляет интереса. В игре огромное количество коридоров. Сам дьявол даже не знает, как из них выбраться, хотя, наверное, он и построил этот лабиринт и населил его жутким множеством чудовищ, полагаясь на свою бурную фантазию. Наверное, поэтому в лабиринте можно встретить огромные ходячие грибы, карликов-уродов и подобных самому страшному компьютерному вирусу чудовищ, издающих отвратительные звуки типа нип-нип, вип-пип-сип-сип и другие. Но все это не должно испугать настоящего геймера, ведь у него есть возможность выбрать одного из 20 героев, у которых и лица разные, и характеры, и сила магии, защиты и оружия. Выбрав героя по своему усмотрению, со скоростью 2-300 пентиума врываешься в лабиринт, дабы разделаться с силами зла на долгие годы. А теперь я поведаю о новинке фирмы Activision, которая известна своими игрушками как на Sony PlayStation, IBM PC и Panasonic 3DO. На дворе 1975 год. Год безудержных и психованных танцев в стиле диско. А носит название этот проект Vigilant 8. Цифра 8 в данном случае обозначает количество ваших боевых единиц, некоторые из которых пока что скрыты от свободного пользования. И дадутся вам они только в случае проявления глобальной доблести и прохождения различных частей игры. Кстати, вам удастся поездить на бронепоездах типа школьного автобуса, грузовика без прицепа и запорожцев. В игрушку можно играть как одним игроком, так и вдвоем. В этом случае экран поделится на горизонтальную или вертикальную полосу, по вашему усмотрению. Сохранение этой игры вам потребует всего одного блока вашей memory карты. Еще в эту игру можно играть новым, усовершенствованным джойстиком, если, конечно, вы покоцали все свои и не свои копилки и купили его. В игре множество различных ландшафтов, дорог и уровней. Еще в игре можно играть как в аркаду, так и в квест. В последнем случае вам придется выполнять различные задания и защищать различные объекты типа зиговой станции и гигантских стада лосей. Кстати, этих лосей вы можете погонять у себя дома, ответив на несложный вопрос. Какой один самый главный недостаток в игре Crime Killer? Я тоже хочу погонять лосей, и это мне практически удалось в игрушке Real Pinball. Если вы не знаете, что такое пинбол, то объясняю, это такая игра, в которой думать не обязательно, а нужно делать так, чтобы шарик скакал без остановки по ограниченной с трех сторон поверхности, зарабатывая тем самым очки. Но с четвертой стороны дырка и две маленькие палочки, которые нужно дергать вверх или вниз, таким образом не давая шарику провалиться. Ну вот, надеюсь, вы поняли, что это за игра. Поэтому перехожу к рассказу о самой игре. Самая надоедливая в игре — это музыка, потому что одна и та же мелодия играет без остановки. Но сама игра выполнена в красочных цветах, а шарик двигается естественно, подчиняясь всем законам физики. Даже уменьшается при удалении и увеличивается при приближении. Эта игра понравится всем любителям погонять шарики. Сгораем от нетерпения получить ваши ответы по нашему телефону. На наш пейджер. Ну, а мы скипаем на бок. Короче, мутируйте в банку или играйте в игры. Пока.